Абзиара шәымаз ҳаҭырсқуеит илихәаԥшцәам, шәара шәахәаԥшуеит адырраҭара аԥсуацәа зхо. Изныкымкәан ишаҳҳәахьо еиԥш аҵыхәтәантәи аамҭазы азҿлымҳара ду аиуа иалагеит ақыҭанхамҩа. Ауаа ақыҭақәа ирызхьаԥшуеит, адгьыл иқәаарыхуеит, арахә анырҵоит. Убас иахьада шәҳардыруеит Пицунда инхо арԥыс иара мҽхакы ҭбала арахәааӡара напалеикит. Адамырго Кәаскьыр Пицунда дынхоит, иара жәлар рынхамҩа аҳәынҭқарратә маҵура ирызку Москватәи академиа далгахьеит. Ҩышықәса инарзынаԥшуа урыстәыла аус иухьеит. Иахьазы аекономикатә зҵаарақәа рзы Пицунда ақалақь иахада ихаҭыԥуаҩс дыҟоуп. Шықәсык аԥхьа Европатәи аидгыла иеиду амилаҭқәа реиҿкаара ақыҭанхамҩа рҿиаразы имҩаԥнаго апрограмма ихы алаирхәит. Шәкы инарзынаԥшуа иалаҵаз апроектқәа рҟынтәи иара итәы аиааира геит. Еиқәиршәаз абизнес план арахәааӡара иазкын, уаҟа етап-етапла иаирбеит аус аиҿкаара шаҭаху, насгьы иақәхарчхо аԥаратәы. Уи иабзоураны изоурыжьит миллионки ԥшьы шәнызықь мааҭ инарзынаԥшуа. Абасала, иахьазы иара илшеит игәҭакы анагӡара арахәааӡара иазку афирма артра. В рамках проекта был построен вот коровник площадью 11,50 на 8,50 для количества поголовья порядка 10-12 штук. Здесь у меня предусмотрена кухня и складское помещение. Также в рамках проекта был закуп, это порядка 5-6 тонн кормов, это кукуруза, это овес, это жмых, это ячмень. Внутри у меня там стоит дробилка, то есть телятам, коровам я даю сбалансированный корм. Соответственно, кухня необходима, потому что в вечерний или утренний период после удоя можно зайти спокойно на кухню и уже всю процедуру провести там. Здесь наверху я построил два номера для того, чтобы можно было остановиться, отдохнуть. Иара араҟа усура заҭагылазаашьа маншәалақәа пиҵит. Имоу бзиажәха инарзынаԥшуа арахә. Урҭ рҭакра, акрырҿаҵара, рхьара уҳәа зегьы ауаҩы аџьаба аӷәа имырбакәан имҩасуеит. Арахь имҩангоуп аӡыхьшәашәа еиԥш аӡырԥхагьы. Доильный аппарат фирмы Мелоси турецки, он считается одним из лучших. Перед тем, как что-то приобрести, я мониторил сайты краснодарские, что покупают фермеры. Чем они пользуются, что бы лучше подошло бы сюда. И, соответственно, мой выбор остановился здесь. Я сюда провел воду, поставил горячую воду для того, чтобы можно было и шланги помыть, и матери, допустим, после всего немного легче. Здесь у нас вот загон для коров, а здесь вот в вечернее время находится телята. Но так как сейчас у нас весенний период, и у нас, в принципе, тепло, мы скот весь выгоняем на улицу, и у нас есть свое пастбище, загоняем туда, чтобы в ночное время скот находился там. Мне кажется, для количества поголовья 10-15, либо это меньше, вот такого помещения более чем достаточно. И самое главное, я бы на что хотел сделать акцент, все должно находиться в доступности. Вот люди, которые, допустим, ко мне приезжали и уточняли, а почему ты сделал именно вот здесь рядом с домом? Потому что ты вышел, и тебе удобно, здесь рядом с тобой все находится. В будущем я планирую сыроварню, я вот как раз кусочек земли здесь оставил. Здесь будет в будущем навес, сыроварня. Я хочу весь механизированный спектр работ, чтобы он у меня был в одном месте, чтобы человеку было максимально удобно и комфортно. Бжара пламышки ялок занируют литрок и нарзынапшуа ахша да мария вюхарыла. Жуя литрок ахш ялцу дюйбах пакила иху ашха. Уихам пады иртиуэт. Шта и рымуб дарархат бахуэч. Фан иху пейткала нралыц анархуги. Яхвя пачара курепшиху аусы мепкат пузмоу. Ярай шейху ала кытан хамю ахашала унатадзом фа иху агуана гара яшадзам. Зиграпхядзе ауави и таху идыруа зарауп. Аха кукыха да има зарауп. Нас атемат цаны аусура ялагатуп. Бысханау палцшуа анаива. Ажакала а профессионал бзнейша атахуп. Не знающему, куда он плывет, ни один ветер не будет попутным. Нужно понимать, что ты делаешь, для чего ты это делаешь. Нужно делать не то, чтобы лишь бы это ты сделал, а для того, чтобы это развивалось, чтобы это было прежде всего для тебя полезным, для твоей семьи, для окружающих. Вкладываю, наверное, душу свою, половину себя, и поэтому мне все это нравится. Даже вот видите, вот эта сетка кроватая, это я сделал только для того, чтобы Ашку Брейнгулу они чешутся. Вроде простая вещь, но это как бы необходимо, потому что это нужная вещь. Потом вот мелочь тоже, но я, например, на пастбищах людей даже не видел, у кого большое поголовье. Вот это водонапорная труба диаметром 250-300, она была порезана, и соответственно здесь мы кормим телят, кормовые, вот
все корма, которые мы перерабатываем, я вот сюда засыпаю. Ахзан хама, акорман хала и лапсана бреста. Зигишев дыруаев шпицунда курорт калакю панхача зигепсшича рыткалара алар хын горгойт. Ахаубри намадын иго информациялай маджим акатан хам юзнапа алагуги. Избанзар адзынра туризма ганахяла рага усуры гадзаму брегны дау апсыра аам табашай дырдзуам. Ара хура адзойт, амхкуалар дзойт, абахча курымуп. Ауави псытана цы грейфалойт у брегны дакатан хам юзна гектуалра амазауит. Вазгой тойт адамыр. Сельское хозяйство – это прежде всего отрасль, является подушкой безопасности самого населения. Вот. И, соответственно, каждый из нас, каждый гражданин в свободное время пытается заниматься именно своим видом деятельности, работает у себя на хозяйстве. Здесь очень много моих же друзей, моих же соседей, те, кто занимается садоводством, те, кто, допустим, занимается выращиванием огурцов, помидоров. Может быть, не в таких промышленных масштабах, но для того, чтобы можно было вывести на рынок и какую-то услугу уже предоставить. Ацухтан пе амта задуны ялатва зачима зарехана афанха дыркыз хтагыла зааща аруадеют. Аха бзира ситфирна газака опа вапсыра адгила куарыхрах ишанар пшидихойт ханцам тафархаца. Сарахатал издыруэт аджирвю карантин амшкваран усурта даянанха афат ахурас шуадеюхаз. Усханар хатбахчир хатбутрей расхуцва ялагайт. Макянаги хапхирах зыпшуат гиздырцам убрегнат вачспи амшехи асхуцра халагария хай ехи убихойт яра. Закрытие границ отражается напрямую на местных жителей, но если говорить индивидуально про частные определенные фермы, то практически очень многие те, которые сегодня занимались на обычном бытовом уровне, начали увеличивать. То есть в этом году, допустим, я могу смело сказать, что мы высадили порядка 1,5 гектара кукурузы. В октябре, допустим, мы планируем высадить ту же овес, тот же ячмень и ту же люцерну. В этом случае, допустим, можно сказать, что сама пандемия и сам вирус, он нам дал своеобразный толчок для того, чтобы мы начали еще больше заниматься сельским хозяйством. Это для некоторых семей стал как бы импульс для того, чтобы сделать определенные заготовки на зиму, чтобы можно было в зимний период свою семью прокормить. Наджина пахасус и ганапсу адгил и куарахон. А совет система ныка закон хара куапцаны и гануака и уэпшима кытан хамет культура курадзе рнапа алакан. А чай это ты на панчу хау басидзеки. Ай башра аштахи мачас хантакыз аамтазги хай кузырхаза мандарина ауп. А хацухтан пи аамтаза кытан хамет мач качухара ху халагит. Уе лкауп из банзар яцу джеба аги мачим. Ирхой да джи Кури арахра аста апкяна джахори хай марины ялцует ха. Уса хуцра яшам и хойт адамар кукускир. Я таху ишакнагу ауса знейра ауп хатала ярейпа хюзар ауса мепкат пузыги на пула акумкон техникала амепкари чазы хойт. Урдзыге бизнес проекта не юзи ирбит. Я хочу эту процедуру механизировать, чтобы сегодня человеческий труд он должен уменьшаться и механизация должна как бы помогать и содействовать этому. В чем она заключается? Допустим, когда у нас идет высадка кукурузы, у нас есть специальное навесное оборудование, которое можно применить, и ширина между рядами предусмотрена порядка 70 сантиметров. То есть мы можем высаживать ее, насыпав туда кукурузу, оно все происходит автоматически. Далее, то есть идет процедура, после того, как кукуруза поднимается, идет процедура культивации и окучивания. То есть это тоже оборудование есть, оно продается. В рамках проекта оно у нас было тоже включено. И сегодня уже даже многие мои соседи, которые изначально, может быть, не планировали ничего сделать, обращаясь ко мне, говорят: «Адамыр, ты мог бы нам помочь, так как мы видим, что уже нам стало легче этим заниматься». И я даже в рамках проекта пытаюсь на сегодняшний день захватить масштаб, помочь не только себе, но и, соответственно, своим соседям, либо тем, кто ко мне обратился, потому что это сельское хозяйство, здесь общий труд, общее развитие. Потому что не так давно мы совместными усилиями, даже могу сказать, провели водонаборную трубу, то есть провели воду, подключили, привели сюда электричество. Здесь нужны общие усилия. Одному, как говорится, в поле тяжело работать. Ехазерия фирма Чаус Зуайри Тацфероп Ян Ябеша Ипшмапхус. Абхака Иус Айзер Харигуй Топ Усхани Дикула Усуча Ахенирхо Тип Ирмазени Гайцахет. У Баски Гуй Топ Сабара Лаицкио Типани Тижу Алла Захиртио Апкян Артра. Аджи Уск Даналагу Апсшею и Дигалу Аупцис Хуцу Убриана Типан Бела Апсира Тахраква Хшузища Ритум. Зарасалы Тихарак Пицунда Аропи Асхо и Хой Да устклы.
У нас, к сожалению, зачастую ориентир идет на приезжих отдыхающих. Но мы забываем именно про местных жителей, которые тоже в этом нуждаются. Сегодня в развитых странах, если брать сравнение, наверное, тот же Европейский Союз, порядка, наверное, от 3 до 8-9% населения, они именно заняты в сельском хозяйстве. У нас, наверное, тяжело сегодня это все высчитать, потому что у нас количество людей стало ограничено, и среди молодежи популярность в сельском хозяйстве тоже уменьшается. Люди хотят работать в сфере туризма, в гостиницах. И учитывая, наверное, вот ту закалку и вот то, что нам дед передал труд к земле, я, когда узнал об этой программе, не смог это обойти. И при всем желании, соответственно, был подготовлен мой проект. И к радости он был одобрен. И, соответственно, я на сегодняшний день пытаюсь освоить все это и стараюсь образцово, в принципе, этим заниматься. Кытан хамем чхакыт баала у апсырар напы алар кырца зыхы на хюнткара хын пецхрара уғазаруб. Уэзын джидалапя программа пцадуб. Агуахер из музыки бизнес-план ревюруб. Аннэйсэн, а экономист фэгаза цвирылы ищу кыло комиссии рейхзаку ална хырбипш. Убриян и яхайхаду ахырхарта куйрызго проект куаруб ялгадбу. Стало очень популярным именно начали заниматься именно развитием клубники. И, на мой взгляд, нужно не делать акцент только на этом, нужно направления разные брать. И в этом, мне кажется, наша сила, так как у нас земля плодородная, у нас большие ресурсы, и людям просто нужно побольше уделять внимание, работать на земле. Любому предпринимателю, даже просто обычному физическому лицу, для того, чтобы что-то сделать, само собой ему нужны средства. Наверное, наше государство немного больше должно уделять внимание грантам. Должно немного больше уделять внимание фермерам, тем людям, которым занимаются сегодня на земле. Потому что это и толчок, это и импульс. Чем больше людей у нас будет занято в городе Пицунда, в районе, в целом в стране, тем спокойнее, мне кажется, будет нашему государству. Это в виде поступления маленьких налогов, это в целом реализация. Рабочие места. Да, это рабочие места и реализация разных проектов. Я считаю, что это положительный шаг, и, пользуясь, наверное, случаем, хочу поблагодарить организацию в лице ЕС, это вот ООНовскую организацию, так как весь коллектив, они сегодня, мне на мой взгляд, проводят большую работу, и, как уже сказал, пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность, так как для нас это большая поддержка, большая помощь, и считаю, что чем больше таких проектов будет, тем больше мы сможем в направлении сельского хозяйства помогать нашим гражданам. Я не так давно об этом говорил и в администрации, вот и в городе как-то у меня спрашивали видение. Нам нужно развивать свое сельское хозяйство. На примере администрации города Пицунды нам нужен свой АТС. Это нужно будет как минимум 2-3 единицы техники, навесное оборудование. Вот сейчас в данный весенний период, когда наш гражданин сможет, допустим, спахать свой огород, посадить кукурузу, если мы сможем максимально снизить его расходы в рамках государства, ему предоставить эту услугу, то я думаю, что очень многие, даже несмотря на эту пандемию, еще больше людей мы сможем задействовать. Когда нам говорят, что трактор спахать поле стоит 3000, и когда это, для некоторых семей это на самом деле по карману, потому что если провести весь спектр работы, это обходится не 3000, это выходит порядка 8000 рублей. Но многие рассуждают так, на 8 тысяч я мог бы купить кукурузу и в зимний период уже пользоваться ею там. Абасу пишу по усткала разнопалаку и худщем. Океана запхерпи и ус адстера да схудсва и сочны пи уску на икцой. Арах хураяхин за ойера, а коллег по администрации же и ус хадаку на гдзены арах дейхойт. Иха цатпурачок. Таценыла ус шахвоги хайхцом, а хаихахцу агуаху рахнатой дубрязоб хазачу. Арах айюхбузыги сащи сарихнапала и хахцайт хю айвипш хазейтай хойт яра. Прежде всего это желание. У человека, когда появляется свободное время, он может просто взять книжку и почитать, что и на это время находим. Поэтому я считаю, что в свое свободное время, практически, если кто-то меня хочет увидеть, то я, как правило, говорю, я у себя на хозяйстве нахожусь. Не так давно, буквально полгода, вот все, что мы здесь видим, мы выкладывали блочный забор, после чего я делал электричество. Внутри номерах мы с братом также проводили сантехнику. Это все, знаете,
Все своими руками, да. И когда человек приходит и спрашивает, а сколько тебе это обошлось? Я даже говорю, я не могу это в цене тебе сказать, потому что я это делал своими руками. Конечно, есть тяжелые работы, заливка бетона и прочее. Здесь, конечно, требуется другая сила физическая, где это необходимо будет. А все остальные процедуры, которые можно сделать самостоятельно, те же обычные решетки можно взять сварочный аппарат, самостоятельно собрать. И вот что я практически сделал, супруга даже нашла время, она говорит, я его, говорит, сама покрашиваю, ну, чтобы у каждого из нас была своя лепта в этом. А кытан хамёч, я ирпшу актив ранэйсэнге, лайвилара тусачки башат падза. Вепхэ бизнес-план и вита хучкорзы на тэпэн бяку шарадбзал айтэши кургаларазы. Уй адгалара гянаты дэй домилат коричка ара программа. А у сора козыг харкушара хучкой роид алшара тэглаза аще бзиэчы ачазыхацара корымепкаразе бойт яра. Уже начали возводить душевые кабинки, там будут раздевалки. Буквально 3-4 дня тому назад представители ООНовской организации приезжали, мы ознакомили их с перечнем работ, который был выполнен, и, соответственно, был проведен тендер, уже имеется подрядчик, который будет проводить дальнейшую работу. И, соответственно, я, являюсь куратором этого направления, уже познакомившись с подрядчиком, даже позволил себе сказать, что каждый блок или, не знаю, каждая мелочь, каждая иголка будет лично мною проверена. И, к сожалению, ограничены финансы. Как я уже ранее говорил, бюджет ограничен. Конечно, все эти работы мы должны напрямую самостоятельно выполнять. Но так как нам сегодня дополнительно помогают, и я считаю, что каждый гражданин, который хочет помочь своему городу, он должен быть задействован, он должен быть активным, и он практически должен принимать активное участие вот в такой среде, в таких мероприятиях. И тогда вот мы могли бы своими силами практически менять город, менять облик и помогать подрастающему поколению. Я хочу поусту, и цыгя техника чец ахора, ара хохл чтра чецква рылгара. Я сгуатату, я рада злагу ауску зигирчей тача адгалара ширту. Буквально неделю тому назад мы проводили семенение. Здесь я рассматриваю именно айширскую породу коров и черноперстую. Они по удою считаются более лучшие. И более того, они неприхотливы к нашему климату. Я уже хотел бы здесь на месте именно заниматься развитием, но именно, как правильно сказать, родословной породы, чтобы можно было увеличить поголовье, чтобы можно было увеличить удой, чтобы можно было механизировать работу всю. Поэтому я считаю, что вот в этом направлении, конечно, я буду работать. Вот здесь у меня в ангаре лежит навесное оборудование. Это вот косилка, это прежде всего роторная косилка, сегментная косилка, ворошилка. Для того, чтобы сегодня выращивать кормовые культуры. Я на этом сделал акцент, поэтому когда мы сегодня смотрим, мы видим трактор, мы видим прицеп, мы видим технический инвентарь. Но даже сейчас я могу сказать, что этого тоже недостаточно. Для того, чтобы сегодня увеличить поголовье, нужно увеличить площадя посева. Нужно понимать, что для того, чтобы прокормить хотя бы 2-3 головы, нужно хотя бы 1,5-2 гектара земли. Ну просто так ничего не бывает. И вот это вот, понимая все, я закладываю основу для того, чтобы я смог увеличить свои площади. И тем самым одновременно занимаюсь осеменением коров для того, чтобы вывести более лучшую, более качественную молочную продукцию. Абасал и Ахверц Халшуид, Ехезас Бахуяхпе за уст Калой Чирпшигопха, из Банзер и уст Азнивит Хазарыла. Ярие Пшиго, Зус Здыру Анаски Чидала и ее программа Корыбзу Уралоб, Хтула Кытан Хамю Арчера Шалар Шахоги. Thank you.